11 октября на трассе М7 в районе деревни Большие Карачурычи Боксарского района произошло ДТП. На данном участке федеральной трассы произошло 19 часов 5 минут дорожного трассы происшествия. Пассажирский транспорт «Фиат Дукато» направлялся в город Москву с рабочими из города Канаша. Водители обоих транспортных средств живы. На данный момент происходит их освидетельствование. В результате столкновения фуры и микроавтобуса, следовавшего по маршруту Канаш-Москва, пострадали 19 человек. Сразу же были выдвинуты большое количество бригад, 7 скоропомощных бригад, из них 2 реанимационные на место происшествия. По информации на 22:40, 11 человек погибли на месте трагедии, 9 пострадавших доставлены в лечебное учреждение, из них 7 госпитализированы, 2 на амбулаторном лечении. Следственно-оперативная группа сейчас на месте происшествия и непосредственно руководство Министерства внутренних дел, здесь руководство прокуратуры, руководство Министерства чрезвычайных ситуаций, начальник управления ГИБДД, другие должностные лица. Стараемся сейчас уточнить и обстоятельства происшедшего, и разобраться вообще во всем случившемся. Происшествие находится на личном контроле главы Чувашии. Михаил Игнатьев также поручил оказать семьям погибших и пострадавшим всю необходимую помощь.